Все зависит от того, какой страх, потому что есть страх Бога, и есть другой страх всего остального. Но в контексте греха страх — это даже благословение. Потому что, как было уже сказано, страх, он защищает иногда. Не иметь страх — это диагноз. Это диагноз. Я прочитал одну очень интересную историю об одной женщине из Соединенных Штатов Америки. Так, у нее был такой диагноз, она ничего не боялась. Ее, не знаю, сколько раз чуть не убили. Собаки кусали, резали люди. Потому что она владела жизнью, она ничего не боялась. Мне кажется, отсутствие стыда, страх – это уже психическое заболевание. Да, это диагноз. Мне кажется, просто мы это обобщили как бы в более негативном свете, эти страхи. И написано, что в страхе есть мучение в Библии. И тот, кто имеет страх, он не совершен любви. Мне кажется, что мы вкладывали этот смысл. Да, но Библия говорит, что страх от дьявола — это тоже... И Библия говорит, боязливые Царство Божие не наследуют. Нет, ну это человеческая природа, это нам свойственно. Страх здесь понятие очень обширное. Да, то, что мы говорили, вот это защита. Мари, Маш, Мари, ворми вниз при барьере. В любви нет страха. Об этом написано в Библии. Да, мы затем умаем, что ты не потенчешь. Что отлично на чептем, когда не будет ожидал дивин, отлично и джемонген. Мы люди живые, мы люди грешные, мы люди беззащитные, мы люди как бы слабые, и поэтому мы нуждаемся в помощи, да? Deci, da, noi am făcut acest exercițiu pentru a identifica niște obstacole reale. Мы совершили это как бы упражнение для того, чтобы выявить настоящие препятствия. Deci, diagnosticul l-am pus. Noi știm foarte bine că sunt niște pietre de poticnire în calea noastră. То есть нам удалось выяснить, выявить, да, есть эти камни преткновения в нашем служении, в нашей работе. Următoarea etapă, pe care trebuie să facem acum, noi timp avem chiotare mult am drept cu voi. Eu își prezentare la o grămadă și activități, mă să știu, oră. Dar mi-e nevoie de o pauză, vă rog să mă anunțați, ca eu să știu să încep activitatea și o terminăm. Dar este nici nu știu de perioadă. Eu mă gândesc dacă Irina mai are o cântare, putem și ne rămâne. Așa. Două, trei minute. Atunci, următoarea activitate o facem după cântare. Da? Bun. Perfect.